В округе продолжается месячник чистоты и благоустройства. На этот раз субботник прошел в районе 290-го километра центральной кольцевой автомобильной дороги. 105 дорожников убрали мусор и привели в порядок второстепенный мост на трассе А107 «Московское малое бетонное кольцо». Мы все вышли из зимы. Значит, это у нас первый субботник перед Пасхой. Надо, чтобы можно как можно чище все было. Поэтому с энтузиастом работники принялись навести порядок. У нас также сейчас субботник будет и перед 1 мая, и 9 мая. В уборке территории приняли участие сотрудники «Автодора» и подрядных организаций. Вооружившись необходимым инвентарем, они собрали более 500 мешков мусора. Вы знаете, что емкость мешка 120 литров. Но также древесина, утилизировали поддоны. 5 самосвалов вывезено с моста. Ко Дню Победы дорожники благоустроят еще 40 площадок и памятников героям Великой Отечественной. Половина из них расположена на трассе М1 «Беларусь». В годы войны там был основной оборонительный узел Москвы. При этом к майским праздникам приведут в порядок территорию округа и всего Подмосковья. Такова главная задача, поставленная губернатором Московской области Андреем Воробьевым. У нас 15 тысяч дворов, большое количество парков, общественных пространств. Все они после зимы нуждаются в заботе и внимании. Руководители предприятий также должны знать, что наведение порядка на прилегающих территориях является для нас важным. В приведении в порядок территорий смогут принять участие все желающие. По традиции 22 апреля в Подмосковье состоится общий областной субботник. Основной точкой в округе станет Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Особое внимание также уделят уборке парковых и общественных зон, в том числе детских площадок. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцово».